Ну и раньше, я думаю, Василий даст много классных концертов, на которые мы все сходим. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Спасибо. Что же, теперь перейдем к сегодняшним новинкам после такого прекрасного разговора. Вот трек, мне кажется, он серьезно претендует на звание главного хита лета 2023. И почему, спросишь ты? Потому что это Тося Чайкина и Маркул? Нет, почти, почти. Потому что это Федук. Потому что это, опять же, Маркул. А также музыкант Шумна, который спродюсировал как раз-таки Маркула и Чайкины «Стрелу» песню. Так что у них все сходится. Все сходится, да. Трек называется «Мятный», давай оценим.